Вот мы уже на тренировке. Красота просто неимоверная. А ощущение этого вообще, не знаю, вводит в эйфорию. И хочется тренироваться. Сейчас начнем разминочку. Поехали. Сделал разминку 6 километров. Примерно средний темп 5.25-15 на километре. В таком маленьком размялся, видите, весь мокрый, вспотел, жарко. Ветерок хоть немножко освежает. Сейчас гимнастики немножко. И темповая пятерочка. В таком не... Тренер мне сказала, в таком небольшом ритме. 4.10, 4 минуты. Все будет по раскруточке, посмотреть свои самочувствия по приезду. Так что идем тренироваться. Обязательно после таких интенсивных работ или темповых заминка 2 километра, а то и больше. Но в очень спокойном ритме. Я заминаю сначала немножко бегу, а потом обратно иду ходьбой. Будьте внимательны, восстанавливайтесь правильно. Вот и закончилась тренировка. 5 километров темповой. Эта тренировка была направлена на развитие анаэробных качеств, скорости силовых. Просто скорости, хорошей скорости. Она была в режиме в самых высших пульсах и помогает мне развить, погулять во всех моих зонах. Завтра будет тренировка на увеличение панно, примерно в моем уровне панно. И, в принципе, я все расскажу, более завтра интереснее и покажу. Так что, хороших тренировок. Привет еще раз. Сегодня второй день отрезков, работ. Сегодня день будет для развития панно, потому что после обследования мне дали поправки, я сделал точнее немножко в тренировках. Сегодня будет ступенчатая тренировка, 3 по пятерочке. Не будет сверхскоростей, но у меня будет мягко для повышения своих психологических, психологии своей и, конечно же, для развития выносливости и развития панно. Так что смотрим. И наслаждаемся, как я хожу. Всех с праздником Крещения Господним. Сегодня поздравляю вас. И пройду тоже обряд омовения, святую воду. Так что следом за мной. На Кипре теплее, чем дома. Во время моей подготовки, когда время интенсивных тренировок и иммунитет находится в стрессе, я принимаю глютамин от Эдикспорт, что позволяет моему организму дать энергии и не болеть. Уже закончились мои две работы. Сегодня у меня третий день, и сегодня восстанавливающая ходьба была 15 километров. И сейчас немножечко я вам покажу несколько укрепляющих упражнений своих ОФП.
Небольшой и в принципе несложный сет из упражнений позволит вам укрепить свое тело, и вы будете чувствовать себя очень комфортно. When I wake up, wake up.